Когда-то, насчет миграции, у меня была знакомая японка. И она меня очень уговаривала жениться, и я был готов на ней тоже жениться. Меня все уговаривают жениться почему-то. И она мне объясняла: ты не представляешь, что у тебя будет японский паспорт, ты не представляешь, что это такое. Японцу нигде не нужен другой паспорт. Он приехал сюда, у него паспорт. Он уехал отсюда, он может отсюда поехать в Иран, туда-сюда, он может ездить куда угодно, и может жить там, ну, если есть, если только нет определенного ценза на проживание. Как, например, в свое время югославов много работало в Америке, они могли проработать год. Он мог год проработал в Америке, потом может уехать на 2 недели, приехать еще год работать, если его пускают. Вот есть такие квоты на работу. А здесь люди приезжают, кто хочет надолго, кто хочет навсегда, им это предлагают, я считаю, очень гуманно, и я считаю, что так и должно быть. А тут то, что они какой хотят паспорт, я считаю, они вполне могут и с этим паспортом проживать. Я считаю, что паспортный режим – это самое ужасное, что бывает.